Поступившим распоряжение РИА Новости. Добрый вечер, с вами прямая линия по приему протестов. У вас созрел протест? Мы вам поможем. О, поступил звонок. Говорят из посольства США. Соединяйте. Алло? Ага. Конечно, господин посол. Ваш протест очень важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. И пока мы решаем вашу проблему, послушайте приятную музыку. Ехай на... Господин посол, ну, во-первых, спасибо, что оставались на линии. Во-вторых, мы решили вашу проблему. В общем, свой протест вы можете использовать в сортире. Дальше.